такая машиночка у нас в ремонте сегодня. Сейчас мы посмотрим, что с ней происходит. Включаем. Ставим на быструю стирку. На быструю, ага. Я на быструю. Ой, неправильно опять. Перескакивай, да? Угу. Ну-ка. Что мы имеем? Так, наливает. Все в порядке, значит, с наливом. Стирает, работает, вот зараза. На самом деле, тут может, что-то с ней не так. Пустая, с бельем, потому что я пробовала чуть-чуть белья убрать. Оставляла только там 2-3 футболочки. И она все равно барабанит. Да нет, она бывает так. Там щетка может уже доходить. Ну это уже начало, да, вот этого, что она... Да, то есть она будет доходить, не доходить. Да. Она при отжиме будет какие-то звуки издавать особые, такие искрящие звуки при отжиме. Может прерывисто работать при отжиме. Было уже такое, да. Ну, сейчас посмотрим щетки. Барабан начинает стучать. И пошел. Так-то стучать он не должен, барабан. А как он? У нас что-то пол неровный, а говорят, когда... У Дэва это болезнь такая, они прыгают вообще, у них балансировка плохая. Вот, и вот сколько я Дэва встречал машинок, они все вот, когда при отжиме они скачут. Сейчас мы ее перевернем. Резиночка упала. Вот, нифига себе, как чистенько тут все. Да прям. Да, смотрите. Трубка чистенькая, все чистенько. Вообще, видите? Только купили. Да, как будто новая машинка. Включаем. Так, вытаскиваем щеточки. На Дэво сделаны вот такие пружиночки. Они держат щетки. Сейчас это все вытащим. Вот она, щеточка. Маленькая уже стерлась. Также вторую сейчас посмотрим. Щетки на последнем издыхании. Видите, огарок уже практически. Но контакт был. Возможно, она закисла просто. Она уже туда, ну, пружина за что-то зацепилась, скорее всего, и уже не доходила. Сейчас мы этот уголь заменим. Так, берем, отрезаем. Так, припаяем сейчас. Заменить лучше сразу обе щетки. Так, запаиваем. Так, и теперь их устанавливаем на место. Так, это верхняя щетка. Ставим ее вот так вот. Засовываем. Щетка должна в этом желобе хорошо у нас ходить, не задевать ничего. Ставим. Теперь нижнюю щетку. Щетки всегда стоят под углом к коллектору. Вот таким образом. Вот поэтому нужно смотреть вот этот вот наклон, чтобы он прилегал параллельно к коллектору. Обязательно. Вот и все. Так, что у нас там с коллектором? Коллектор у нас ровненький, без ямочек, в хорошем состоянии. Вот наши щетки старые. Так, включаем отжим. Вот такой призвук при отжиме. Что это такое? Какой-то посторонний призвук, да. Сейчас я открою, посмотрю, может это подшипник. Так незаметно было с первого взгляда. Так, здесь у нас есть люфт. Вот этот призвук может быть
исключительно из-за этого. То есть особой разбитости подшипников я не замечаю. Теперь здесь крутанем. Так, ну подшипники вообще немножко шумят, но этот шум не особо критичен, в таком состоянии она может очень долго работать. Смысла замены подшипников не вижу. А вот с люфтом нужно разобраться на шкиве. Вот этот скрип проявляется, когда она начинает стирать, вращать. Вот, скрипит. Смотри, я вот ключ поставил, и вручную уже он отдался. То есть он тут просто был разболтан. Я сейчас откручу его, посмотреть резьбу, не сорвана ли она. Резьба хорошая. А здесь у нас, в принципе, у нас здесь все в порядке. Никаких граней слизанных нету. То есть люфт, он, в принципе, для вот этой конструкции нормальное явление. Вот, я думаю, сейчас затяну гайку хорошо, и все это устранится. Кися, это несъедобно. Несъедобно. Так, ну вот, ребят, я затянул этот болт. Ничего не болтается. Так что сейчас соберу, и все будет хорошо. Так, ремень идет, здесь затянуто. Все должно быть отлично. Просто отлично. Константин. Проверяем центрифуга. Пуск. Так, идет свист. Вот этот свист, он устранится со временем. Вот, потом будет немножко потише работать, когда щетки притрутся. Так, все у нас работает, никаких шумов нету. Посторонних звуков тоже. За исключением, конечно, щеток. Так, все, можно пользоваться машинкой. Так, ребят, все закончено, все сделано. У нас здесь заменены щетки. И получается, у нас болтался шкив. То есть издавался посторонний звук. Сейчас мы все это устранили, я шкив подтянул. Щетки поменены, должно все работать. Вот. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Алексей Шторм. Всем пока.